Всем добрейшее утро, это новый влог, и у нас время 4:50. Мы выезжаем, я одела патчи, макияж не делала, мы искупались, и умылись, и выезжаем. Я сегодня в спортивных штанах, одела рубашку, то что по утрам прохладно, у меня футболка, вот, и с собой еще рюкзак. Выезжаем мы в Сочи. Чемодан уже в машине. Вот. В общем-то, что, начинаем наше путешествие. Вы только посмотрите, какой рассвет. Просто красотища. Красиво горы подсвечиваются. Солнышко встало. Такая красота вокруг. Здорово. Дома напились воды, и нас спас этот туалет. Вот, остановились. Ой, такая красота. Вот воздух свежайший. Горы. Едешь, и прям живописная дорога. Мы уже к Джубе подъезжаем. Ситуация. Хочется кушать уже нам. А здесь есть Бургер Кинг. И мы решили остановиться, купить кофеек, купить пирожок, может быть, не знаю, что-нибудь еще. Ну, вот. В общем, ждем, пока он откроется. Он открывается в 7, а сейчас 6:57. Мы ждем еще 3 минуты. У них почему-то не работает с утра терминал. И мы зашли внутрь сюда, чтобы заказать. Слушайте, у них какая-то фигня, блин. То ли это из-за того, что они в Джугбе находятся, то ли не знаю. У них ничего не работает. Они открылись позже, чем должны были. В итоге оказалось, что у них не работает фритюр, они ждут мастера. Нельзя пожарить пирожки. Вообще нельзя ничего приготовить. Можно взять только десерт и кофе. Какой десерт? Мороженое получается, если пирожок нельзя взять, он тоже во фритюре жарится. Короче, вообще, мы 20 минут тут прождали их, то они говорят, у них не работает касса, мы пошли в терминал. Потом начали набирать все на терминале, сбросилось в терминале, у них начала работать вроде как касса. Короче, такая фигня. Мы просто едем дальше, голодные и еще и злые теперь, потому что мы 20 минут потратили на вот это все. Так еще он не мог сразу сказать? Ну да, просто мог сразу сказать, мы же его спрашивали. Нет, говорит, набирайте в терминале. Так, в общем-то, мы уже доехали до Лазаревской. И здесь есть Бургер Кинг. И, наконец-то, мы покушаем. У нас время 9:15. Достаточно быстро мы двигаемся. Ну, вот. Еще я сегодня решила не делать макияж, потому что мы будем заселяться в отель в 2 часа дня. И, соответственно, пойдем там. Там бассейн, хамам, сауна, в общем, все дела. Ну, я вам все покажу дальше. Но, короче, смысла краситься нет, потому что мы сейчас пойдем в баню чуть попозже. А сейчас едем кушать. Мы уже ждем свой заказ. Доехали. Красиво тут. Лазаревская, вон уже люди на море идут через дорогу. У нас все получилось. Какой это капучино? Это же Irish Cream. Irish Cream, да. Решили попробовать. Взяли парочку по 0,3.
Футбольный клуб Ростова. Вот такие. Еще у нас тут пирожки. Один с малиной, другой с вишней. Это у них какие-то новинки. Будем пробовать. И куча там луковых колец. Есть какие-то соусы. Это еще какой-то острый. А что, нам его в подарок, что ли, положили? Острая штучка еще. Mm-hmm. Приправа. Вот. И колечки, они есть острые, а есть, ну, классические. Короче, это прикол. Тут острая, сухая штука и шейкер. Пакет, в котором удобно смешивать закуски с нашими приправами. Вот такая вот приколюшка теперь еще. Вот так он выглядит. Он во фритюре жарится. Это слоеное тесто, которое жарится во фритюре. Ну что, пробуем. Вообще-то мы заказали один с вишней, а другой с малиной. Но у нас почему-то два с вишней. Ну, вкусно. Вкусные пирожочки. Луковые колечки, конечно, в Бургер Кинге. Это нечто. Мы их просто обожаем. Такие вкусные. И, кстати, там написано, что есть острые и не острые. Так вот, они отличаются вот этой приправой. Сам, короче, намешай сам. А мы не будем сейчас открывать. Это все дело. Просто не острые поедим. Я думала, они сразу мне острые сделают. Угу. Вот так. Ладно, приятного всем аппетита, кто тоже кушает. Ну, так тепло оделись. Уже сняли я куртку. Ой, муж куртку, я кофту сняли, потому что прям солнце вышло и жара. У нас время 10 утра. Irish Cream понравился. Вкусный капучино. Вот, все, покушали. И едем дальше. Пирожок с вишней тоже супер. Правда, я заказывала с малиной, но в следующий раз еще раз закажу. Но с вишней нам понравились. Я с вишней тоже люблю. Просто мы хотели два разных попробовать, чтобы потом понимать, какой вкуснее. Вот. О, уже чуть Хэллу покупает. Пошел мусор выбрасывать. Видите? Тут сразу рядышком и чуть Хэллу продают. Кофейку на десерт, наверное, хочет еще взять чуть Хэллу. Чуть Хэллу отмена, потому что он спросил, он думал, это витрина. А вот все, что вы видели, висит, это и все. Не, ну как мы брали, почему, говорит, к оплате 100 рублей? Первый час 100 рублей. Серьезно, пожрать в Бургер Кинге надо еще, это еще и за парковку заплатить, чтобы в Бургер Кинге поесть? Нет, чек надо, по-моему, да? Бургер Кинга. Не знаю. Ой, короче, блин, это Лермонтова. Ой, это Лермонтова. Это Лазаревская тоже, короче, здесь фигня какая-то. Парковка. Сейчас спросим, может быть, по чеку надо выезжать? Вот, короче, не стали брать чуть Хэллу, потому что это вся висит у нее вот так. Неизвестно, сколько висит, сколько мух уже на нее садилось. Вот, а в пакетиках отдельно у нее нет. Поэтому, ну все, без чуть Хэллы мы. Сейчас еще с парковкой разберемся. Может быть, по чеку можно выехать. Потрясающее место. Короче, ты заехал, и первые 5 минут бесплатно. Хотя у них тут есть и бургер авто. Это очень странно. То есть, по сути, если ты тут ешь, то ты еще платишь за парковку. В общем, сейчас 100 рублей за парковку платим, чтобы уже отсюда выбраться и ехать наконец-то дальше. Так, получается, мы сейчас в Лазаревском. От Лазаревского мы где-то около часа мы еще будем ехать до Лоо, а от Лоо около часа до Сочи. Ну, плюс-минус, может быть, чуть меньше. Сейчас у нас 10 утра, наверное, к 12 мы приедем в Сочи, скорее всего. Ну и система. Зеркало. Даже на полчаса раньше, чем планировали, доехали. Классно. 6,5 часов у нас дорога заняла, но это с учетом того, что мы вот, во-первых, кушали, останавливались, во-вторых, 20 минут пытались разобраться в Джугби, в Бургер Кинге. Вообще, наверное, где-то в 10:30 бы приехали, если бы не останавливались. Через 200 метров после моста развернитесь. Так, мы уже в Сочи, я сижу, жду мужа, он буквально сейчас... мы уже все сделали. Что хотели. Тут у нас быстро было все. Вообще у нас дела будут завтра. Ну, сегодня чуть-чуть и завтра. В общем, он сейчас зайдет,
по своей работе. И мы поедем уже в Адлер. Мы заселяемся в отель в Адлере. И ехать нам туда еще час. Сейчас без 15:12, где-то в 12 мы отсюда выезжаем. И около часа уже будем в Адлере. Заселение у нас 2, поэтому у нас еще остается час, чтобы покушать. Поэтому мы еще зайдем и пообедаем сразу где-нибудь в кафешке. Наверное, в Ниппон наш любимый пойдем. Ниппон, будем вкусно кушать. Вот так называется ресторанчик Ниппон Хаус. Очень он нам нравится. Здесь вкусно кормят. Тут достаточно большой выбор. Такое меню прикольное. Оно сразу с картинками. То есть вот тут у вас описание, состав. А здесь картинки. Это очень удобно. Ты видишь блюдо, которое заказываешь. Классно. С визуальным, так сказать. О, десертики пошли. Слушайте, тут вообще, конечно, такое уютненькое местечко, приятное. Сейчас обед, никого нет. Вообще здесь вечером много людей и в выходные дни. Атмосферно, симпатично. Приехала еда. Готово. Одновременно вся. Мы заказали пиццу вкуснейшую. Захотелось нам пиццу отведать. Вот. Ароматная такая. И еще роллы. Вот это вот темпура. Мы их постоянно берем с салатиком и соусом очень вкусным. Приятного аппетита всем, кто тоже кушает. Да? Да. Покажу вам, как снаружи выглядит. Это который в Сочи находится, мы заехали. Мы решили сначала покушать, а потом ехать. Вот час полвторого, мы едем в Адлер. Посмотрим, во сколько доберемся. Ой, мы прям объелись, очень вкусно. Доехали, вот он наш отель, он находится в курортном городке, и мы любим сеть отелей Грейс, и у них открылся новый, называется Грейс Круиз. Смотрите, как красиво у них тут. Вот. Тут шлагбаум, сейчас мы узнаем, как сюда добраться, как сюда заехать. И вот тут у нас забронирован номер в этом отеле симпатичном. Вообще, посмотрите, сеть отелей Грейс, они и в Адлере, и в Сочи, очень хорошие отели, у них разная звездность есть, и у них всегда есть баня. Ну, сауна, хамам и бассейн. Бассейн всегда с подогревом. Есть открытый на открытом воздухе, но тоже с подогревом, а есть крытый. Вот у нас вариант в этот раз, вот мы хотим в новом отеле попробовать пожить у них, может, он нам понравится. Здесь еще крытый бассейн будет.
Какая тут обстановочка. Симпатичная. Смотрите, как классно. Как в Сочи парке. Стеклянный, да. Мы на втором этаже живем. Так, симпатично. Вот он, 202, прям сразу у входа. С видом на горы. Он говорит, у них в принципе есть два вида номеров, с видом на горы и с видом на море. У нас с видом на горы, да? Да. Это мы любим. Мы сегодня только говорили о том, что хотим с видом на горы. Так. Ой, как уютненько. Да, очень классно. Мне это понравилось. Вот новый отель. Это всегда приятно. Смотрите, как красиво. Сразу покажу обзор номера, пока все чистенько и красивенько. Ой, прелесть. Так, тут, наверное, ванный туалет находится. Да, санузел. Ой, как хорошо. Все, знаете, прям свежее-свежее. Но он только в этом году открылся. Вот. Душевая. Так, все симпатично. Король, как обычно. Все, всего, все я. Шампунчики, гели для душа, мыло. А, вот. Этот фен, зеркальце. Увеличивалка тоже удобно. Ну и зеркало. Видимо, оно с подсветкой. Не знаю, где включается. А, вот. Да? Нет? Ну, короче, найдем, ладно. Полотенчика для ног. А где остальные полотенца? Наверное, где-то в шкафу. Или вот тут. Может, тут? Нет, не тут. Ну, сейчас найдем. Обои такие прикольные. Да, светильники какие красивые. Классно. Ну, видите, да? Симпатично. Реально симпатично оформлено. И я первый раз вижу, чтобы вот здесь был мрамор на стенах. Прикольно смотрится. Очень необычный дизайн. Покажу. Вот так выглядит входная группа. Здесь, в принципе, вот это очень удобная вещь. Очень. Обожаю, когда в отелях она есть. Это подставка под чемодан. Это, конечно, мега плюс. Два пуфика, столик, телевизор, также мини-холодильник. Какой симпатичный мини-холодильник, видел? Да. Прикольный. Тут все, смотрю, симпатично. Да, все новенькое. Ну, вот мини-холодильник. Здесь у нас что? Стильнячая все. Ну, в общем... шкафчики. Видно, что подбирали, видишь, тут все, все, смотри, плитка, вот это, угу. И унитаз, да. И мебель, все, все подобрано, да. Вот в каком-то стиле одном. Да. Чашечки, чай, кофе, чайник, водичка простая, стаканчики к ней. А, да, кровать. Вообще, вот эта спинка, да? Да, я же тебе говорю, так она, посмотри на спинку кровати и на да, там... да, подходит. Да. По цвету. Угу. Я вообще говорю, первый раз вижу плитку в номере. Очень интересный дизайн. Да, классно. Да. А, вот. И что мне нравится, в сети отелей Грейс всегда вот такое постельное, вот это, знаете, такое классическое, белое, накрахмаленное. Очень хорошо. Телефон. В этот раз не в туалете даже. Коврики прикроватные. Тумбочка. С несколькими отделами, что тоже удобно. Также шкаф, я считаю, это огромный плюс, что шкаф с зеркалом. Можно посмотреть на себя в полный рост, когда одеваешься. Вот так все симпатично. Внутри халаты белоснежные. И они теплые, мне это нравится. Бывают такие вафельные, знаете, в спа часто дают, а эти прям вот классные. Помимо халатов... тапочки, щетка для одежды, полотенце для бассейна и полотенце, вот они, я их нашла, для тела, для лица, которые здесь банные. Также что-то тут еще. А, это для стирки, в химчистку, если сдавать одежду. И
сейф. Обожаю, когда он есть, это очень удобно. Оставить личные вещи, документы в сейфе. Ну что, симпатично? Что скажете? На мой взгляд, очень даже симпатично. И вид из окна. Вот так вот здесь у нас шторы, сплит. И из окна вид. Вот. Горы домов. Угу. Горы домов, да. Красиво. Пальмы. Мосты разводные. Да. Ну, мне нравится. Обожаю свежие отели. Это, конечно, просто красота. Будем располагаться. Разберем чемодан. Сейчас еще там парковка нужно отвезти. Парковка тут платная. Нужно будет отвезти автомобиль на парковку. Сейчас нам еще позвонят там в номер. Это с ресепшеном. Мы дождемся. Вот время у нас 3 часа. Мы заселились. И все. И можно будет идти в спа-зону. Да. Вот видите? Мы ее чуть переставили. Вот сюда. Как удобно. С подставкой для чемодана. Иначе бы пришлось на пуфике это класть. А здесь вот я положу вещи. Ну, что-то повешу. Куртки повесим. Здесь. А, например, сумки удобно будет вот тут на пуфике поставить. Да, хорошо. Мы довольны. Мы разделились. Муж пошел на парковку машину оформлять. Вот. У них своей парковки нет, сразу скажу. Это там просто рядом находится платная парковка. Ну, это удобно, потому что мы и хотели, мы так и подумали, когда нам сказали, что парковки нет, чтобы хотя бы она была платная. Потому что в Сочи вообще и в Адлере с парковками, конечно, вообще трэш. Хорошо, что она вообще есть. Так, я тут уже вещи разложила, развесила, повесила наши вещи. Мы, кстати, всегда со своими вешалками берем, хотя здесь есть вешалки. Я считаю, что это удобнее. Я такая достала из чемодана, я их сворачиваю. Во-первых, они, когда сворачиваешь вокруг вешалки, вообще практически не мнутся, видите? Все, все вот как глаженое сразу. Вот. Во-вторых, удобнее потом также и сверну, и, в общем, без путаницы. И дома удобнее собираться с вешалками, они у меня висят сразу. Здесь у меня это мужа, это моя всякое белье и мужа. Все, готово. Я уже тут все разложила, представляешь? Халатики наши, вот наши купальники, вот наши тапочки. Вот такие мы молодцы. Сейчас тут тоже удобно, что много куда можно повесить. И полотенчики для лица, и банные полотенца, и вот он. Мой, я показывала, я купила на Wildberries косметичку. У меня здесь буквально все. Это очень удобно. Здесь вот около раковины места не очень много. Ну, вот туда можно, конечно, ставить. Но мне удобнее вот так. Я повесила, и у меня здесь все. И щетки, и умывашки, и тоники. И здесь всякое. Классно. Мы довольны. Так, ну а мы собрались. Ну, переоделись, вернее. Разобрались, переоделись и отправляемся в спа, в бассейн, будем купаться, отдыхать. Сегодня был длинный день, мы очень рано встали, конечно, устали, но я, возможно, чуть-чуть поснимаю, но вообще полный обзор спа-зоны, и у нас еще завтраки включены, кстати говоря, здесь завтраки, шведский стол, и здесь довольно вкусно кормят, но я не знаю конкретно, как в этом, посмотрим. Потому что мы здесь первый раз, как я сказала. Но вообще, все эти Грейс, у них всегда шведский стол и достаточно разнообразный. Поэтому я снимаю. Кстати, кто не видел, посмотрите обзоры со многих отелей Грейс и в Сочи, и в Адлере, и даже на Красной Поляне. Вот. Вообще у нас много обзоров, не только из Грейса есть отелей, которые находятся в Адлере и в Сочи. Поэтому... А, и в Анапе. Мы много в каких отелях еще в Анапе были. И в Геленджике. В общем, посмотрите, кому интересно, загуглите Давича влог, обзоры отелей, и найдете много-много всяких разных обзоров. Ну, кто интересуется Черноморским побережьем, Сочи, Анапа, Геленджик. Вот, так что такие дела. Да, влог я сейчас продолжу, а в следующем видео... В следующем влоге, наверное, уже сделаю подробный обзор спа-зоны, завтраков. Ну, вот и все такое. Такой пока план.
У меня еще какой-то такой прикол. Я когда, короче, хожу в баню, мне обязательно надо взять с собой бальзам. И я вот такой вот Кармекс в прошлый раз оставила в халате, когда мы отдыхали, и забыла его в отеле. А это, чтобы вы понимали, еще Сайхёрб запасы. И сейчас я не знаю, где купить оригинальные Кармекс. Если кто знает, где заказать, напишите, пожалуйста. У меня вот последняя осталась вот упаковка, по-моему. Или еще одна есть дома. Ну, короче, заканчиваются запасики-то. Она очень классная, она с SPF 15. И так приятно пахнет, я их просто обожаю. В общем, ситуация. Мы накупались, наплавались. Время у нас 6 часов, и мы хотим сходить что-нибудь покушать. Вот. Приехали в Адлере, в Ниппон, другой вот тут еще такой, хотим пиццу покушать на ужин, вот. Можно было еще в какое-то, да, заведение поехать, ну, мы решили сюда, вот. Что-то нам еще раз пиццу захотелось, она у них такая вкусная, вот. Решили поужинать здесь, так красиво. Мне и так уютненько. Атмосферка такая симпатичная здесь. Хорошо. Так все выглядит. Симпатично. А, точно. Мы еще хотим потом дома чаек попить. Взять чучхелу. Я хочу шоколадку с фундуком. Вот. Заказали уже нашу еду, сейчас принесут, и я покажу. У них, знаете, что классно? У них можно, сейчас покажу вам в меню, где тут пиццы. Так, все с картинками, я уже говорила, это классно. Где-то тут пиццы можно половинками, то есть можно заказать, попробовать половину одной и половину другой, а мы целую днем брали. А сейчас взяли два вида других. Мы взяли 4 сыра, половинку, и половинку груша и дорблю, вот, попробовать, потому что до этого мы брали вот такую вегету с баклажанами, очень вкусно, но мы не знали, что можно половинки брать, конечно, мы бы разные попробовали. У них тут даже и детское меню, еще нам, когда мы обедали, приносили даже завтраки там у них отдельно, ну, в общем, меню у них классное, если будете в Сочи, в Адлере, обязательно заходите в Ниппон. Здесь очень симпатично. Заказали пиццу, там двух видов. Ждем, пока она приготовится. А я еще захотела салатик. Вот такой цезарь. Ой, цезарь. Что я говорю? Греческий. Ну, вы поняли, греческий. Маринованный лучок. Все так пахнет аппетитно. Сейчас буду пробовать. Приятного аппетита всем, кто тоже кушает. Пахнет. Пицца подъехала. Пахнет просто мега. И, кстати, большая прям такая пицца, 8 кусков. Мы вообще днем еле осилили, поэтому решили только пиццу на ужин. Здесь это маргарит. Это что? Нет, это 4 сыра. 4 сыра, а это дорблю с грушей там еще с чем-то. Красота же. Вернулись домой. У нас время. Сколько у нас время? Наверное, 8:30. Ага. Купили чучхелу. Такая большая, огромная просто. И красивая, с инжиром. Видишь, грецкий орех? И грецкий орех буду, да. И вторая еще с абрикосом и грецким орехом. Это виноградный сок с инжиром. Обожаю инжир. Тут вид красивый, когда на лифте едешь в окно. Но его сейчас не видно, потому что темно. Она такая свежая, она даже разваливается.
прям свежайшая. Оказывается, тут не только инжир. Вот инжир, например. Но и грецкий орех. Прям много. Вкусненько. Вот время 8:30. А спада 10. Мы еще решили пойти в бассейн покупаться. В сауне попариться. Буду с вами прощаться. На этом заканчивать. Влог получился длинный. Вот, в следующем влоге будет обзор завтрака и спа-зоны, в общем, всего этого. Так что увидимся в следующем видео. Спасибо за просмотр. Всем счастливо и всем пока-пока.